Но мы пробегаем, говорим, давай трансформатор ботов порубим. Сейчас мы хорошо видим ночь, они как бы должны тупить. Подкрадываюсь к одному боту со спины в упор, пойдет за мной идет. Просто бот делает 360. Ужасно. Так, по диагонали надо. Это я. Я в очках. Да. Ой, вы что-то лагаете. Будем смотреть, как лагает. А, Урал, да, Урал. Прямо вчера тут около Урала встретили двух юсеков, тоже топористы. Покричали друг на друга, фашки показали сначала, там поругались, типа, блядь, поматерились друг на друга на расстоянии, такие два стоим, знаешь, два на два. А потом что-то они кьюешат, короче, мы им, типа, класс показали, разбежались. Бедный Урал. А как он застрял. Не, нет, стоп. У? Сука. Куда тебе? Патронов нет. Нам надо через болото на этот, на лазурный. Да. И самое прикольное, что патроны в ящике не могут лежать, а дробовика. Да, на дробь нет. И где? Патроны для слабаков. Вот я тогда на этой карте с дождем, с туманом появился. Абсолютно не знаю. То есть прямо в этом месте. Куда ты нас завел, Сусанин? На болото. Помолиться перед смертью. В болото какое-то. Хуёво, что так светло, у нас шансов мало. Постараемся. Да нас убьют, пока мы через балконы прыгать будем просто. Нас еще на КПП должны убить. Нет, мы КПП игнорим. Так, может, стоило. Ну, короче, подошел я к этому боту, он мне 360 сделал, и мало того, у него был тос. Он меня заваншотил. Да. Ста заваншотит, дай бог. Так, блять. Сюда, да, наверное, да? Чуть, чуть правее. Можно взять ствол, нет, прям так, прям так. Выкинуть его, и по страховке вернется. Просто только ствол взять, один магазин и все. От одного человека отбиться-то хватит, наверное. Я тоже обычно стараюсь взять пистолет, но всякое бывает. Ребят запакованные ходят, поверьте, вы там пистолет свой возьмете. Он... Не, я имел в виду что-нибудь автоматическое. Тут топористов 80% бегает, блин. Не, ночь. Днем нормально отыгрывают. В комнатах только на капсу идите, когда уже перепрыгнем. Стойте, я ж не помню, куда идти. Я ж видео один раз все смотрел. Кто-то там есть, кто-то слева, да. Я вас потерял. На третий этаж. Поздно, далекий спаун у нас был слишком. Че, вас убили, что ли? Угу. Ну, его убили, меня еще нет пока. Я слышу шаги. Это мои. Я не прыгну с забора. Это я. Это по тебе? Да, это по мне было. Он там сел, сидит теперь. Наш мертв. Так, куда там лежать-то я уже не помню. Дик, ты живой? Да, пока еще. Я забыл. Пока зашкерился в туалете. Да мы просто пропустили уже эту комнату, понимаешь? У нас человек где-то с автоматом, а где, я не могу понять. Не, ну как пропустили? Там поднимаешься на третий этаж. Справа будет комната открытая, там через... Ну, в нее, кажется... через балкон в другую выходишь. И потом, по-моему, слева... Вот комна... сейф. Нет, справа будет комната вторая или первая дверь, из которой ты вышел. Там вот комната сейф с сейфом. Стоять. Вот из нее вот. Прыгать, да? Да. Угу. Может, тот чувак как раз прыгнул в комнату нужную? Нет, он с комнаты с сейфом, в комнате, где комната сейф, там есть вторая комната, потом он там оружие взял себе. Он стреляет? Стойка стоит. Блять, зарубил меня, сука. Ну, это уже другой. Нет, это он. Как звали? Он просто, не знаю, сейчас подожди, скажу. УВГ.
Он нашел просто автомат, понимаешь, он в тебя зарядился. Я запрыгнул в комнату. Где комната с сейфом, да. Кубис. Там, кстати, вряд ли один автомат стоял. Я его рубанул на 70. Вылез. Собака ноги меня перебила. Ну, в том-то дело, что я быстренько принял этот анальгин. Я прыгнул в комнату, и он надо мной сейчас бегает, ствол пока не нашел. И он сейчас надо мной бегает. Я слышу. Евро. Что, погнали, Макс, пока он живет. Угу. Да, идите. Я если что это... По всем кустам сейчас. На завод пойду это. Фраги делать. Чего кажется? Сейчас я логнусь. Я взял ТТ, но только три магазина, один вставлен и два запасных и все. Даже патрон не брал. Деньги. Не надо было на мурал лутать, надо было время чуть-чуть сэкономить, выиграть еще. 300 с лишним евро собрал. А он, похоже, не знает про этот самый. Угу. Про спрыг. Так бы он съебался бы, спрыгнул. А ну так да. Он только оружие забрал в той комнате. Дробовик. Но он пришел со стороны балкона, так что он в соседней комнате, получается, был. Потому что нет, я... Да нет, он мог вперед уже просто по нашему. Если он прыгнет, мне тут это... Есть шанс его топориком тюкнуть. Хотя бы разок. Блять, у тебя там должно быть 5 стволов, как минимум, с патронами. Да. Ну, один ствол я нашел, только это... Дробовик, без патронов. Плохо искал. И все, и больше... Проходи, да. Дальше хожу, разыскиваю, ищу. Ему трассе. Даже ВСС-а нет, в котором обычно лежал тут. На видео. И на 7 вечера. Народу немного. Блин, он бегает надо мной, меня это пугает очень. Глубя. Сейчас тут стемнеет. Видишь, тут вся фишка ночью. Все делать. Он бы ночью нас даже не увидел на самом деле в этом ну, помещении. Потому что они так грамотно сделали, когда в помещение заходишь, там вообще света нету. Ну как и в жизни, знаешь там. Угу. Не, я бы тоже, я просто маленько тупанул, я дернулся и один раз рубанул вообще прям криво как-то, то ли по руке, то ли хер знает. И по сути мне надо было чуть-чуть стрейфануть влево и еще раз рубануть, а я, короче, ну начал вращаться, и он убежал от меня. Из поля моего огня. Рубалова. Сбежал топора. Скотина. Так и продолжает надо мной бегать. Его даже не завалишь. А он все, он без патронов. Уж он меня топором добивал. Не, поверь, даже... Знаешь, сколько там ящиков просто в коридорах лежит натовских там. Там есть в одной комнате, кстати, надо пойду, чтобы показал, нашел какую-то комнату, тоже открытая стоит, там можно три ствола найти, М-ка, калашик, М. Там в комнате, короче, два входа, один завален мусором такой, типа, знаешь, и там перепрыгивать надо. Вот там часто бывает. Патроны 9.19. Сука, опять. У меня очень быстро карта загрузилась вообще. Ох, тут сражение надо мной. Где-то секунд 40 максимум, наверное. Все, что есть, это дробовик, это МПшка черная и все. Больше ничего нет. В соседней комнате походить. Все три комнаты зарутал, в оружейных ящиках ничего не было, и на да, кровати. Все три комнаты. Тебе не фартануло, не короче. Нет, там бывает действительно. Я ну, тоже не, может, кто-то прошел уже просто. Я просто один раз в ПВЕ тоже заходил. По ящикам, кстати, можно проверить. Сейчас а, проверяю. Может, еще. Я что-то пропустил. Ибо. На полу. Я здесь первый раз как валялась. АПшка один раз. Надо сейчас бегать за этим, как за ключом от коттеджа. В общем, все, что и я нашел, это будем. ТПМ с патронами. А где он? Это получается прямо вот рядом с этим коттеджем, который закрыт. Да. Рядом с ним стоят синие бочки, короче, под воду. Вот прямо на бочке лежит ключ от этого коттеджа. О, Добби говорит, он почти всегда. АКМ нашел. Он без патронов. Ну там были 7.62 патроны. В первой комнате. Видишь, говоришь, нет ничего. Невнимательный.
Вообще, на самом деле, очень хорошо бы с собой брать бывает. Действительно пистолетный кейс, который класть патроны. Ну вот все. Да, пойду вчера решил рубли, вообще брать РПС в этот кидать. Под сумок. Потому что там же 2 на 2, вот 2 на 2 класть кейс, а остальные там. Это, конечно, да, тоже такая матрёха, что того все. Ну там же не надо сейчас РПС открывать, просто перетаскиваешь, он падает автомат. Да, сумочку чтоб тебе достать. Ли? Ну, Морфин. Два раза кликнуться. Ну, я как бы не... Ну, по сути, да. Не, я как-нибудь попробую тоже, мне тоже интересно стало. Но зато, смотри, берешь сразу на вал патроны, 7,62 стак. Ну, 5,45 можно. Ну, смотри, 3,20 всего. Блядь. Фруктовый сок. Я не... Даже сгущенку нашел. Кстати, а зачем Добби постоянно сгущенку собирает, не могу понять. Прикол ради. А, я думал, может она там, знаешь, что-то меняется. Вкуснятина, обожаю сгущенку. Эш. Быстрый загрузочек. О. Нахуй так светло? Летим. Куда летим? Тихо ты, блядь. Бьёшь же. У нас тут сейчас контакты будут, скорее всего. Блин. Я, подожди, я без стамина вообще. Похуй. Каждый сам за себя. Давай, сейчас тебя в спину 7,62 догонит. Чё ты там, блядь, как ТТшник меня сейчас достал, с улицы да? Не обстрелял. Так, а я и был с ТТшником сразу в руках. Блядь, надо, походу, видеокарту обновить, посмотреть. Чё-то мне начали... Вон, деревья моргают, блядь. Кстати, возможно, возможно, перегревается лучше. Карта. Кстати, давай, знаешь, что попробуем сейчас? Драйвера обнови. Раз мы уже сейчас не успеваем на этот... Все успеваем, все заебись. Просто, короче, буквально недалеко от санатория есть такой домик на горе. Блять, там постоянно запилы. Да? Ну, давай попробуем, ладно, пошли. Не, ну, не обязательно, я говорю, если не успеем. Не, прям... ну, чувак, все равно светло, он, мы, блять, когда светло, на шансов на санатории мало. Мне как стамину не вернуть вообще. Эх, патроны не подходят. А, вчера, короче, блять, а, вон уж там. Вчера, короче, еще прикол, заходим. Катку и чё-то... 62. Что было? В каком-то... А! На лутании зеленого ящика в доме на болоте у нас пошел рассинхрон. Причем пайдос видит, что я стою на месте, а я все нормально, пайдос его. В прямом эфире вижу, как бы все нормально. Ну пофиг, определились, что это как бы... Не, не туда. Вон, наверху вон торчит антенна там. Не-не, не этот. Домик, который на скале, видел? Ну бля, далеко, ну давай. Не, она рядышком где-то должна быть, по-моему. Может, конечно, ошибаюсь. Правее брать надо, мы чуть-чуть просто уклонились. Че он показывает, как разряженный. Ну и короче, я еще говорю, а давай проверим эти синхрони, как бы я говорю, ну стукни мне топором по ноге. Ну что будет? Ну и как ощущение? Короче, он мне хлопнул, я урона не получил. Ну, он хлопнул по моему телу, которое стояло, не двигалось, как бы клон мой. Я ждал, что урон пройдет, но, кстати, так и не прошел. Но, короче, все игры, короче, урон так и не пришел. Да, так и не пришел. Но у нас даже потом засинхронило обратно, бля, пошли уже, короче, мы пришли к ней. Домик где? Вон домик справа. Пойдем. Мы уже опоздали. Нет, а мне как выходить-то? То есть как выбираться-то? Куда идти? Как ты учился? Так я на берегу был-то всего пару раз. Вот, молодец. Мы тебя сейчас не можем, у нас тут. Я сейчас рассчитывал, что вы меня как бы вести будете. На себя. А вы как обычно это, который этого. А, ну так вот, и короче. Засинхронизировал, ну залутали мы здесь все удачно, в этом лазурном берегу, и идем вот по тому забору на выход. Вообще хуяк, три трупа у забора. Просто, ну разные, друг друга поубивали, короче, дальше еще, короче, три трупа. Воу-воу-воу. Во, КМ опять. Ты патроны не брал. Короче. Я другой ящик посмотрю. Сейчас, может, найдем. Мне вниз прыгать, да, я так полагаю? Со второго этажа, я надеюсь, я не разобьюсь. О, тут, это, тут калаш. Глушишь? На калаш. Ты смотри. Калаш на. Базука. Бери ты калаш с патронами. На, тогда тебе КМ. Да, сейчас заберу. Ты натовский ящик полтал, да? Да-да-да. Чё, изучи, чё за патроны какие-нибудь нужные.
О, 545 БТ. Все хорошо, так это меня атаковали. Еще 30 патронов у меня есть, короче. Что, заебись вообще? Да, вот я и говорю, я его нашел, охерел. То есть ящик, два ящика и... Угу, и АКМ валяется. Тихо-тихо, кто-то бегает, кто-то бегает. Справа, по-моему, справа. Нет, тишина. Я разрядил магазин. Как он у тебя выпал, скорее всего? Ну, понятно, что выпал, только я его под собой не вижу. Че, куда сейчас? Блин, а у тебя четверка. Бля, давай тогда, не, нафиг. Слышь, пойдем сейчас на заправку. Угу. Лутанем заправку, есть. Может, я что найду тогда. А, лутанем двушки, и, в принципе, на лодке можем выйти. Угу. Мы скорее... Не, посмотрим, смотри, что на заправке, если мы еще два ствола найдем, чтобы загрузиться. А, не, пойдем на эту хуйню наверх. Слушай, бля, мне берег нравится, меня ж разрывает, куда мне пойти хочется. Ну да, да. Сейчас все игроки вот там будут, ну, да, еще минут 15-20 они там, и карта свободна. Ну, давно все какой-то чувак бегает. У тебя только один магазин, да? Ну да. Да. Долгая перезарядка. А, я думал, ты меня спрашиваешь. У нас у обоих, видимо, всего один магазин. Блять, я хочу полную стамину. Эй, ебать, я думал, мы сейчас за горки выйдем и прям к этому антенне. Да-да-да. Я так расстроился, когда увидел. Тактическая рукоятка. О, выносливость 21. Бля, дам 100 тысяч рублей тому, кто мне найдет выход в проход между скалами, бля. Так, а не нашел, что ли? Бля, здесь наверняка кто-то лутается уже, блядь. Ну, 100 тысяч это не так уж и много, слышь, честно говоря. Металл за ты. О, блядь, заебца, бля. Че? Я сейчас... Мертвяки? Да. Я наверх на эту, на... Слышь, не топчись, там здание может тут лутаться сейчас. Да, там тело. Где? На втором этаже. Я ранен сильно. Да, 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 да. Я пока убегаю, ныкаюсь. Сука, он 1.762 схавал и зарубил меня. Печально. Он с топором, блядь, что ли? В кивере, нахуй, и, блядь, в жилете, бронежилете. Че, серьезно? Да. Убиваю, у него два попадания на 115 урона. Я не знаю, куда он делся. До меня лутает, наверное. Нет. До входа. Ушел. Ну давай, он где-то там бегает, а где, не знаю. Или сваливай, снимай с меня там АКМ и уходи на лодку. А он еще в доме. Твою мать. Да ебать, как так? Схавал 5 патронов с калаша. И 3 патрона с ТТшки. Интересно, где тот чувак, который стрелял в меня? Убили ли его? Я бы ствол бы... пригодился бы. Хотя патроны.
Вы не можете 20. Мне в мою сессию патроны принести? Глубя. Так мне куда выходить-то? Сука, где? Как меня бесит, ебаный топорист, это пиздос. А то я даже примерно не знаю, где здесь выходы. Нажми его, посмотри, что у тебя. Так, дорога на таможне. Охуенно. А ты сейчас где? Ну, только выбежал с этого. Ну вот тебе надо, короче, найти бетонный забор, такой клетчатый, знаешь, и бежать, чтобы он тебе был по левую руку, и ты прям придешь там такой мини-КПП, вот эта дорога на таможне. А, понятно, я был там у берега, да? Ну, нет, не совсем берег у берега. Берег будет справа, если смотреть на КПП, ну, как бы да. Спиной к дороге. Угу. О, чувак впереди какой-то стоит. Чё ты годился, дядька? Ай-яй, лаги. У меня Женькин стрим прям рядом с Доберским. Да, у всех кругом стримы. Ну я понял, куда идти. Ходил там пару раз. Что-то игра такая-то притормаживает. Еще и нашел забор. Только это не тот, по-видимому, противоположный конец карты. А еще тут скала не дает пройти. Я зеленые дымы вижу. Это ж, по идее, выход. Ну что ты сказал? Вставать в зоне выхода. Да. Отсчет. Проход через скалы. О, за скрин где это? Ну, я видео заснял. Но я блуждал, блуждал, короче. Кстати, довольно быстро, в принципе, вышел. Я блудю. Выжил. О, Макс. Еще 17 уровень получил. Время подходит. 21:00.